Друзья, вот мы с вами работаем на электронном стабилизаторе целый день, например, свадьбу снимаем или в документалке там бегаем за каким-нибудь там важным лицом. Мы же не целый день вот так вот на кнопку жмем и бегаем, да? Мы больше ждем. Им нужно мгновенно, да, мгновенно включаться, да, в работу, потому что ты потеряешь кадр. Друзья, и возникает у нас вопрос, куда же нам этот стабилизатор девать для того, чтобы нам быть готовым всегда в этих пересменках. Я хочу вам показать сумку, которую я долго искал, не нашел, которую пришлось сделать самому. Вот так вот, вот просто, без всяких разборов. Мы складываем сюда наш аппарат, вот, и можем, например, ее застегнуть. И все. Ребята, вот так вот, вот мы с ней ходим. Ну, давайте теперь поищем какие-нибудь волшебные кадры осени. И вот я с ним похожу. Классно же, а? На рынке великое множество электронных стабилизаторов, а вот сумки, в которой можно не только носить, но и эффективно работать, нет ни одной. Рюкзаки, прекрасные рюкзаки с множеством карманов, годятся только для путешествий. Если ваши съемки подобного рода, то вы наверняка найдете себе подходящий рюкзак, где поместится и ваш подвес, и оборудование. Но если нам с вами нужно за 2 секунды достать камеру и начать снимать, то рюкзак нам тут уже не помощник. А выручить нас может что-то похожее на кобуру пистолета, то есть наплечная сумка, висящая сбоку. На двух последних фотовыставках в Амстердаме и Кёльне я пересмотрел огромное количество сумок и рюкзаков от известных и малоизвестных фирм и не нашел ничего подходящего по эргономике и размерам. Не годятся они для этой задачи. Быстро вытащить камеру в сборе с электронным стедикамом и начать снимать, и также быстро ее положить. Пришлось взять за основу более-менее подходящий прототип и вместе с партнерами из Германии и Китая изменить его так, чтобы получилась оптимальная сумка для свадебного оператора и документалиста. Для моей документалки как раз подойдет вот этот фон. Вот отсюда я его сниму. Вот сумку я повесил так через плечо. Просто достанем наш агрегат и начнем снимать. Вот такое вот движение. Ну и как всегда наверх. Теперь выключим стедикам, закроем мониторчик и положим его в нашу сумку. О, вот так. Вот так. Вот она лежит. Обратите внимание. И если мы с вами используем такую гибкую сумочку, например, чтобы транспортировать камеру в сборе, да, мы можем просто вот так на гибкую сумочку это дело класть. Обратите внимание, очень удобно. И здесь какой огромный у нас есть карман. Ну, в этом кармане я сейчас держу только один небольшой фишайчик. Вот такой. Ну, можно держать все, что угодно. И покажу вам остальные карманы. Давайте посмотрим. Здесь у нас с вами лежат наши ручки. В этом кармане лежит штатив. Этот пустой. И в этом кармане, друзья, у нас тоже пусто лежат батарейки. Видите, как много можно сюда положить. Сумка симметрична, и обратите внимание, какие плавные движения можно делать. Да, никаких острых углов, то есть молния очень легко и свободно ходит на нужный угол, на какой вы хотите ее открыть. Ровно то же самое с обратной стороны. Сделана сумка очень хорошо. Это очень прочный нейлон. Карманы, обратите внимание, тоже вот они твердые. Боковые стенки сумки прошиты аккуратно. Поролон не пробьешь, что называется. Карман, прочная, плотная нейлоновая сетка. Очень крепкое, плотное дно. Сумка по качеству неотличима от сумок известных марок, таких как Levi Pro, Porta Brace, Manfrotto. Отличима она, друзья, будет только одним. Несколько меньшей ценой. Хотя, конечно, цена все равно порядка $100 будет. Вещь хорошая для того, чтобы нам работать со стедикамом. Абсолютно необходимая. Мы с вами находимся в музее Теремок. Здесь я делаю документальный фильм. И я хочу показать вам оборудование, с которым я его делаю. Вот всего лишь в двух руках я его ношу. Посмотрите, как много сюда вмещается. Открываем сумку.
и из чехла достаем MacBook. А это комплект очень интересного 180-градусного света. Использую его как накамерный или как контровой. Ну и разумеется, наш электронный стабилизатор. Сегодня я взял Axon A1 и камеру Panasonic J4, которую я на него поставлю. Блок питания MacBook и радиопетли Sennheiser. Дополнительный объектив 25-1.4 и китайский очень резкий фишай 8 мм. Гимбал для моего айфона, еще один штативчик, зарядное устройство для камеры и уйму батареек. Также пачку батареек для Sennheiser, 2 микрофон пушку Rode и двойные рукоятки для стабилизатора. Вот такая моя безразмерная операторская сумочка. Во второй сумке свет, про него я расскажу отдельно, вот такой гибкий, замечательный. А пока только скажу, что вместо штатива я буду использовать монопод. Вместе со стабилизатором он прекрасно заменяет тяжелый штатив. Наше совместное германо-российское-китайское детище успешно прошло испытание и готово к широкой продаже. Кому нужно, обращайтесь. Будем рады вам помочь. Успеха нам с вами, радости и самых-самых красивых кадров. Друзья, розничная цена этой сумки будет составлять $100 в рублевом эквиваленте. Но сейчас вы можете сделать предварительный заказ на $20 дешевле, то есть на 1300 рублей дешевле. На нашем сайте gimbalab.com. Это предложение будет действовать ограниченное время, до 1 ноября. Затем цена предзаказа повысится. Хороших нам с вами кадров и радости!